Возле 36-й самарской школы уборка в разгаре. Прошедший снегопад доставил немало неудобств. Этот участок ни за кем не закреплен. Подходы к учебному заведению оказались завалены сугробами. Жители обратились в общественный совет микрорайона. С участием депутатов проблему удалось оперативно решить. Чтобы освободить для детей путь к знаниям, народные избранники и сами взялись за лопаты. В нашем микрорайоне общественный совет находится в одном кабинете с депутатской приемной. Так поэтому очень быстро обращение граждан доходит до депутатов и до администрации промышленного района. Вчера вот поступило обращение, сегодня уже здесь все почищено, как вы сами видите. В состав мобильной группы добровольцев также вошли участники Всероссийской организации «Молодая гвардия». Просто не могли им отказать в такой, я считаю, действительно важной помощи, как просто почистить дорожку для детей, чтобы не падали ни детки, ни бабушки. Я считаю, это социально значимый объект, и молодежь должна помогать депутатам в элементарных вещах. Решение создать в каждом районе мобильные группы принято на рабочем совещании в городской думе. Задача бригад – найти проблемные точки и оперативно очистить территории от снега. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События.